кабачки нарезанные, как хотите. У меня они такими полосочками. Чеснок, немного лука и помидорки. Соль по вкусу и подсолнечное масло. И вкусная еда за 10 минут готова. Приятного аппетита! Процесс нарезки я не показывала. Мы все умеем резать, а я экономлю ваше время. Всего доброго! Понравилось? Готовьте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк.